Всем привет! У меня заказали вот эту красотку, и завтра мы повезем ее в юргу. Это футболка 46 размера. На рукаве мой логотип. Ну и, конечно же, отпечаток лапки, так как коллекция называется Crazy Pass. Для такой яркой коллекции мне показалось, что идеально подойдет вот такая вот упаковка, такой пакетик с яркой бабочкой на темном фоне. Для дополнительной защиты положила футболочку в пакетик. Сюда же я положу вот такую записочку. Пакетик скреплю вот такими милыми наклеечками. Сейчас будем все упаковывать в этот прекрасный красивый пакет. Вот такая красота у нас получилась. Хочу напомнить, что коллекция Crazy Pass еще находится в разработке, но есть вот такая вот футболочка 48 размера с енотиком. Это перед. Также мой логотип на рукаве. Ну и, конечно же, вот такой принт сзади. 100% хлопок. Доставка по всей России по тарифу Почты России. Цена данной футболки 1500 рублей. Все, мы идем на вокзал. Сейчас поедем в юргу. Сели возле какого-то грязного окна. Это Толь, да? Да. Хотел там прибачить. Там можно было бы. Я иду туда, куда пойти, в ту сторону. Но? Все, согласись. Угу. И в ту же дойду. Посылку мы отдали. Оказывается, парень купил эту футболку своей беременной жене на выписку. Блин, это так мило вообще. Мы решили отметить по мороженке. Вкусненько. С фисташкой. Поезд у нас где-то, по-моему, часа через полтора. Поэтому мы сейчас походим, погуляем по юрге. Перерыв на перекус. Брошу ложкой? Ага, хочешь? Ну, не надо, это грязно, это пяка. Красивый, да, памятник? Ну, это как раз тот самый из третьей части в «Назад в будущее». Да? Да. Он там только летать умеет. Все, у нас электричка через 20 минут. Субтитры
родителей во втором пути. Если мы поедем на втором, то мы ближе к этому. А, ну так туда логично. Идти меньше до дома, да? Да. Все. Все наши дела на сегодня выполнены. Едем домой отдыхать. Дар. Задрот. А кто-то рисовать. А кто-то катать. Надо квесты выполнять. Кстати, квесты выполнять. Купили в Ярче вот такие чипсы Хамон де Теруэль. Наверное, что-то мясное, я не знаю. Что-то эльфийское. Точно эльфийское. Ну-ка, открывай. Делай кушай. Даже Ну что, как? Нормально. И что за вкус? Эльфийские ушки. Эльфийские ушки? Уронили. Чего? Уронили этот стол. Да? Офигеть. А, вон еще один. Да. Ну, хорошо. Ну, так вкусно. А второй вкус что? Лисички. Лисички все-таки взял? По-милански.